28 числа наша авиакомпания выполнила туристические рейсы по заявке туроператора «Гульнар Тур» по маршруту Бодрум-Алматы, Алматы-Бодрум. Рейсы были выполнены, но, к сожалению, до сегодняшнего дня мы не получили оплаты за выполнение данных рейсов. 29 июля поступила очередная заявка от туроператора «Гульнар Тур» на выполнение рейсов по маршруту Анталия-Кустанай, Анталия-Актобе и Бодрум-Алматы. Наша авиакомпания, рассмотрев техническую возможность, подтвердила выполнение этих рейсов, но в итоге туроператор отказался от двух рейсов и оставил только выполнение Бодрум-Алматы. В итоге 1 июля мы подготовили воздушное судно, мы подготовили экипаж. Воздушное судно с экипажем простояло 8 часов в аэропорту в ожидании выполнения рейса, но никаких подтверждений от туроператора мы не получили. И, естественно, мы были вынуждены отказаться от выполнения данного рейса.